Тем временем в Мурманске уже неделю действует новая служба, куда может обратиться любой человек, потерявший своего близкого. Это не программа «Жди меня», а бюро регистрации несчастных случаев. Теперь, если ваш родственник затерялся в пути от работы до дома, ждать трое суток для подачи заявления о розыске не нужно. Сотрудники правоохранительных органов сами обзвонят больницы и морги и выяснят, не случилось ли беды. Новая служба с несколькими сотрудниками расположилась в совсем небольшом кабинете. Но много места и не надо. Обращения от граждан будут приниматься по телефону. Писать заявлений не нужно. Бюро регистрации несчастных случаев появилось в Мурманске совсем недавно, 16 июля. И пока действует лишь в рабочие часы. Но с осени обратиться за помощью можно будет круглосуточно. Первым нескольким десяткам уже помогли. В это время года теряются в основном грибники и рыбаки. К счастью, пока все нашлись целые и невредимые. Звонков поступает уже достаточное количество. Некоторые граждане звонят, выражают свою благодарность в связи с открытием данной службы. Специалисты признаются, большая часть звонков поступает от обеспокоенных жен и мам. Ребенок отправился гулять и не вернулся, муж с работы не пришел. Пока полицейские обзванивают все больницы, травмпункты, дежурные отделения и морги, многие уже возвращаются домой. Но впустую проделанной работой свой труд здесь не считают. Главная задача службы – избавить людей от лишней нервной нагрузки. Человек не нервничает, сразу обращается к нам, и, по крайней мере, он будет уже уверен, что ничего плохого с данным человеком не случилось, там с родственником, с другом, что где-то, может, задержался в гостях или еще где-нибудь, что нет, ни в морге, ни в медучреждениях, там не сбила машина, не доставлен в какой-нибудь РОВД. Если надо, сотрудники обзвонят не только госучреждения, но и излюбленные бары потерявшегося. Сотрудникам полиции информацию разглашают охотнее. Следовательно, на поиск уходит меньше времени. Телефон полезного бюро 40 69 52.